Добрый день. Сегодня мы начинаем готовиться к Рождеству и к предрождественской неделе Адвент. Максим Новиков, прекрасный альтист, в свое время заказал мне пьесу под названием «День первый». Это день первый как раз-таки Адвент, предрождественской недели. Здесь мы сможем услышать запись с участием Евгении Лисицыной и камерного хора, женская группа под руководством Юлии Хуторецкой, Санкт-Петербург. И в видео мы сможем видеть подробности моей поездки, моего полета в Санкт-Петербург вчера. Смотрим.
Thank you.